Двое маленьких детей пострадали при пожаре в квартире в Темиртау. Их вытащили из огня пожарные. Соседи первыми почуяли дым. Это где-то в 7 часу я почуяла, меня с розеток повалило, прям такой едкий дым. Я думала, телевизор замкнуло. И грохот, телевизор, видать, у них за стенкой взорвался. И я выскочила на улицу, давай по двору бегать, кричать, пожары, спасите, там дети должны быть. Вот так выглядит двухкомнатная квартира после пожара. Мальчик и девочка находились дома одни. Родители работают посменно и оставили детей буквально на час. Соседи сначала пытались сами взломать дверь. Она не поддалась, а на балконе уже были языки пламени. Детей спасли пожарные. Пацана спустили. Он этот как в плавках, пацан, но он аж черный, как негр, вот закопченный. Ну никакой вот такой, что этот... А потом эта девчонка, я кричу, подождите, не уезжайте, там еще девочка еще должна ребенок. Быть, ищите ребенок еще, это же у меня за стенкой, вот. Нет, скорую забрали, но они в очень тяжелом состоянии. Коми, говорит, не знаю, выживут или нет. Скорая помощь доставила детей 3 и 5 лет в тяжелом состоянии в детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом. В реанимацию мальчик и девочка поступили без сознания. Состояние при поступлении тяжелое. За счет поражения органов дыхания, газами, дымом, вот этим вот угарным газом. Сейчас в данный момент состояние стабилизировано, и даже есть какая-то положительная динамика. То есть получают дети все необходимую терапию. По предварительной версии пожарных, возгорание произошло из-за неисправности электрообогревателя. Но жильцы сгоревшей квартиры уверяют, что перед уходом выключили все отопительные приборы. Отец пострадавших детей говорит, что возгорание могло произойти в результате перегруженности электросетей. В доме до сих пор не подключено отопление, все жильцы пользуются обогревателями. А ЖПС у нас умный слишком. То собери 500 000 с дома, сделай водоразбор. Теперь циркуляционный их не устраивает, надо, чтобы он был, вернее, был не циркуляционный, теперь надо, чтобы циркуляционный, долбите с подвала по 5-й этаж, в зале делайте центральную этот обратку, долбите в этом, в туалете делайте циркуляционный, мы вас не подключим. Все им не так, все умные. За 1 год где столько денег собрать можно? Сейчас по факту пожара сотрудники управления ПЧС проводят расследование. Точная причина возгорания будет озвучена по завершению всех экспертиз. Светлана Демин, Равиль Валеев, 5-й канал.